Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И мы вышли гулять среди городской суеты. Вот встретила большой куст шиповника. А вот тут вообще прям шикарно. Смотрите, какой красивый, большой, гигантский куст. Размером, наверное, где-то 5 метров его листья. Ну, то есть 2,5 с одной стороны, 2,5 с другой стороны. Свисают. Как они красиво свисают. Смотрите. Город, суета, самый центр. Жара у нас. И тут такая красота. Никогда здесь не видела его. Первый раз увидела. Да, тут Дима в тенечке. У нас жарище, скажи. Написано было 20 градусов, а мы вышли градусов 30, наверное. Мама в штанах пошла. Непонятно зачем. Да? Да, что ты там хохочешь? А, там парень водичку пьет, да? Интересно. Кверху голову поднял и пьет. Скажи, как так можно? Все, упал листочки твои. Да что тут листочки набросал? Он срывает и срывает. Знакомство с листочками, да? Да? Что такое? Не отдирается никак. Задела щечку тебе, да? А, он щечку задевает тебе. Да, щечку тебе задевает. Ручку задел. Везде шумно, не знаю, как меня слышно. Носик задел, батюшки. Очень красиво, хотела вам показать. Тут вот вон тоже. Прям классная. Сына. И тебя бросил. Взял и кепку взял и бросил кепку. Ты зачем бросил? Дима опять грустный. Дима идет к врачу и опять грустный. Да? Тебя врач не будет трогать. Капельки даст тебе. В ротик положит капельку и все. Да, посмотрит тебя. Обувь снимать? Да нет, не придется. Не, не придется. Дима взвешивался в прошлый раз. Пришлось обувь снимать. Не трогай, она грязная. Грязная она, фу. Ты по улице ходишь у них, фу. Да. Фу. Фу. Дима с утра у нас опять измазался какашкой. Пришлось намыться. Голова вся взъерошенная опять. Да? Дима взял памперс, снял. А какашка измазался. Все перемазал. Мама придет мыть, все придется опять. Да? Что ты хочешь встать? Да, голову перемазал, все перемазал. Да? Пока мама там ходила тебе смесь делать. Да? Дима взял и покакал, да? С утра. Показать хочу. Каштаны как растут. Сейчас не фокусирует. Хочу найти пониже, где они есть, но что-то не могу пониже найти. А, хотя он там есть. Да. Где-то они вот тут. А, вот. Вот они пониже есть.
они же маленькие такие шишечки. Маленькие шишечки. Ай, колючие. Маленькие колючие шишечки. Уже, кстати, это довольно маленькие. Хотя, знаете, нет, довольно большие уже. И не везде, кстати, не на всех они. Мы с вами видели цветочки буквально неделю-две назад. А уже смотрите, какие они. Правда, конечно, это в другом месте мы сейчас смотрим. Но они, наверное, довольно быстро растут. Еще дожди были. Да, Дима? Так, ну вот мы и дома. Наши покупочки. Тут, кстати, вот он алоэ стоит, который я купила у бабушки. Помогла бабушке. Она хотела за 10 рублей отдать. И ей дала 100 рублей. Вот. Она, ой-ой-ой-ой, так много. Сейчас вам дам сдачу. Я говорю, не надо. Вам деньги нужнее. Вот. Для него я купила горшочек розовенький. Стоил он 35 рублей. Вот. Не знаю, мне прям так понравился. Такой розовенький, такой классный он. Вот, также мы зашли в аптеку на 200 рублей. У нас вот 4 пачки диклофенак. И вот еще батончик. То есть надо покупку там новую аптеку у нас. Вот так она называется. Farmland. На 200 рублей набираешь. И как бы вот, ну, на 200 рублей надо закупку набрать. Вот, и также я там взяла касторовое масло 40 рублей. Вот оно для волос, чтобы волосы не выпадали, росли быстро. Вот, также здесь у нас творожок, мы планируем на дачу ехать. Вот, и на 2 недели у мамы отпуск. 2 недели мы будем на даче, и на 2 недели я набрала творожка. Здесь у нас вот до 14 июня. То есть он прямо это на 2 недели, как раз 14, 13 июня, да, и 13. Здесь вот, прям смотрите, он целая пачка, аж по 6 штук. Я думала всегда... По 4, ну нет, по 6 тоже есть. Вот, и все это у нас вышло. Так, сейчас мы тут посмотрим. На 300 рублей. А, нет, подождите. Короче, не знаю, на сколько там вышло. Короче, у меня была скидка 110 рублей. Мне начислил перекресток. Просто бонусы, подарок. 500 бонусов, это 50 рублей. Вот, и у меня там уже было 60 бонусов. Получилось 110, и получилось как 110 рублей. То есть у меня вот покупка, и половина я деньгами оплатила, половина вот 110 рублей. Ну, можно сказать, допустим, они стоили 25 рублей, 25, 25, 50. То есть одна вот такая вот пачка мне досталась бесплатно. А за остальные вот я заплатила. А это мне на халяву. То есть до этого я уже покупала творожок там. Мне начислились бонусы. То есть, ну, перекрестки очень удобно, у меня карточка в телефоне находится. Вот, там также выбираешь, что ты чаще всего покупаешь. Там алкоголь, например, молочные продукты, там туда-сюда. Я выбрала детское питание, потому что там акции постоянно. Вот, то по 25. В прошлый раз, по-моему, творог покупали за 20 рублей. Там тот закончился, был такой только. Вот, обычно я стараюсь покупать без вкусов. Мне кажется, он как раз без сахара, такой обыкновенный детский творожочек. Вот, такие у нас сегодня покупки. Мы погуляли на улице, очень-очень жарко. Чем у нас Дима тут занимается? Вот, очень жарко на улице, скажи. Немножечко он там что-то в одном месте, по-моему, поснимал. Невозможно на улице. Не привыкли мы еще на улице, да? После зимы. Летом обязательно будем вам снимать. А Диме сегодня сделали прививку. Полимелекс, по-моему, тебе сделал. Да, это капелька-капелька полимелекс. И хип. Сделали эту прививку. Вот. Тетрадочки мама сейчас запишет. И у нас с тобой осталось прививки 2-3, где-то до 2 с чем-то лет, да? Еще нам с тобой нужно будет... Ну, что ты их трогаешь? Цветочки у нас тут уже завяли. Интересно, да? Осталось нам с тобой еще кровь сдать. Где-то в середине июня мы с тобой пойдем кровь сдать. И парочку врачей еще пройти. Вот. Поскольку мы ходим в детскую поликлинику платную, то... Ай-яй-яй-яй-яй, Дима. То немножечко там все попроще, без очередей. Все супер. Не знаю, на следующий год, на третий
Хотелось бы тоже в эту поликлинику, конечно. Без очередей, как раз к садику готовиться очень удобно. Не надо простаивать по целому часу с больными детьми. Не знаю, посмотрим. Да? У нас, по-моему, договор заканчивается в августе-сентябре где-то. Еще есть время подумать. Да? Чего ты? Вот. Сейчас у нас уже обед, сейчас Димочка будет кушать и укладываться спать. У нас сегодня что? У нас сегодня пятница-какатница, да? Мама ее назвала какатница, потому что Дима по пятницам какает и все какашечки размазывает по всей кроватке. Ты что, куда выкидываешь? По всей кроватке он размазывает. Каждую пятницу. Мама забыла опять, что сегодня пятница. Да? Зайка. Пятница, какатница. Тут у нас лежат лепестки. Хочу их все собрать. Мне нравится на столе, когда пахнет ароматно цветками. Да, а эти надо выкинуть. Забыла я выкинуть. Мусора сегодня было очень много. Все, мы будем кушать. Ты. Давай еще. Еще. Ой, как танцует Дима. Это у нас, скажи, колесики. От машины. Машина сломалась. Остались такие вот колесики. И мы, скажи, используем вот так. Ой, как ты любишь это сердечко. Где там за сердечко? Покажи. Ми-ми-ми, он прям к нему подходит. Ми-ми-ми-ми-ми.